Депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Татьяна Одинцова и Нина Гинтова, начальник управления образования Ольга Ткачева и партийные активисты поздравили учеников, родителей и коллектив Старогородковской школы-интерната имени Фурагиной с наступающим Новым годом. Подарили снегоуборочную машину и экобокс-агролабораторию, чтобы дети могли выращивать растения, наблюдать за их ростом и развитием. Вручили учителям школы благодарственные письма от Совета депутатов за активную жизненную позицию и большой личный вклад в оказание помощи участникам СВО.